Зима пришла, а вместе с ней обострились и многие проблемы. С сокращением светового дня особенно важно освещение населенных пунктов. Для жителей села Поповка Чердаклинского района освещение – это не обыденность, а скорее роскошь. На все село стационарно работает 3 фонаря. Остальные осветительные системы частные и включаются по желанию собственника. Многочисленные обращения граждан к администрации поселения ни к чему не привели. Ответ один – денег нет. Оплата освещения улиц вновь созданная администрация Колмайорского сельского поселения не справлялась. На сегодня оплачивается всего по нашему селу три точки. В Камышовке, по-моему, ни одной. В целом по поселению 15 лампочек всего оплачивается. При этом в селе существует масса других проблем, решение которых заботит жителей не меньше. Однако вопрос с освещением остается острым. А вот школьники, начальные классы особенно, они вот с края села топают в темноте, в кромешной темноте. Собаки? Да, ну собаки есть, да, конечно. Вот это самая главная проблема. Вечером тоже пожилым людям не пройти никуда, не выйти, потому что очень темно. 30-летки прошу, чтобы поставили остановку. Ее поставили в начале села, там, где она совершенно никому не нужна. А вот здесь, где на перекрестке, из Камышовки, из Поповки люди стоят, мерзнут, сохнут, мокнут, дожди, ветра. Никому ничего не надо. Мало того, что там освещения нету на том переулке, эта дорога одна с той улицы идет. В садик ведешь, там ямы по колено. Если осень, весна, там одни лужи и грязь. То есть и дети идут, темно, со школы приходят. Сейчас это самое по народу такая болезнь ходит. Мы даже одного аспирина купить не можем. У нас нету вообще лекарства. За лекарством надо ехать в Чердаклы. Мы 300 рублей платим на одну сторону, на такси, в другую сторону 300 рублей. Это нам на сколько обходится? Освещение тоже надо. Ребенок ходит в школу, старший сын, внук ходит. Вот еще маленький, вот у них полгода сейчас ребенку. Ну ладно, летом, зимой чистят, снег чистят, хорошо хоть это. По словам руководства администрации Чердаклинского района, за последние 2 года в районе установлено более 400 новых светильников. Однако в случае с селом Поповка речь идет не о модернизации старых фонарей, а о создании совершенно новой системы освещения. Что касается села Поповка, в следующем году совместно с профильным министерством мы начинаем проектирование. И по итогам проектирования, я думаю, нам удастся найти технические решения, осветить вот эту достаточно оживленную трассу в Поповке и на 2023 год выйти уже на ремонтные работы. С просьбой о помощи жители села Поповка обратились на прямую линию губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Глава региона поручил Министерству энергетики решить проблему освещения в ближайшее время. По селу Поповка мы с главой работаем в этом году, во втором направляем 50 миллионов рублей в целом в регион для монтажа и замены светильников на энергоэффективные. По поручению главы региона проблема освещения в селе Поповка должна решиться уже в начале 2022 года.